voice, the voice of Brooklyn, I came to visit. Hey, yo, Wiz. Йо-йо-йо, народ, это снова я, Тайфун Бруклин. И вы смотрите мой первый DVD из серии. Это хип-хап, детка. Это не первая серия, у меня есть еще серия хип-хоп топ 100, New School хип-хап, скоро будет Dancehall топ 100, House топ 100 и вообще много-много-много разных дисков и книга «Хип-хоп. Азбука танцев». Первая адекватная книга о танцах. В общем-то, здесь мы с вами собрались сегодня для того, чтобы расширить ваши знания о танце, о тех движениях, которые вы уже, возможно, умеете, и, в общем-то, понять, что же такое танец и с чем его есть. Сейчас мы это будем делать на примере танца «Шемброк». Это танец из паппинга, из фанка, скажем, фанк-стайла, да, танц эры фанка. Вот, и что же с ним можно делать? В общем-то, базовый вариант очень прост. Мы шагаем в сторону, поворачиваемся, забираем ногу обратно и подпрыгиваем на месте. Вот, шагаем, поворачиваемся, подпрыгиваем, забираем, подпрыгиваем на месте. В общем-то, ничего сложного. Но этот танец смотрится довольно-таки старомодненько и олдскульно, если его не разнообразить и не добавить к нему что-то интересное. Например, мы можем расправить крылья, поставить руки шире, и тогда у нас получится больше зона взаимодействия, мы можем шире себя представлять, и чем нас больше, собственно, непреложный танцевальный закон на сцене, чем больше, тем лучше мы смотримся, чем больше мы занимаем место. Ну, конечно, нужно еще что-то делать. Кроме того, мы можем поставить руку вперед и немного попытаться протереть стекло нашему зрителю, сделав, фактически не меняя базу в ногах. Но если ее немного, чуть-чуть изменить, убрав четвертый прыжок, мы получаем огромное количество возможностей. Вот, и танец в ногах в чем-то начинает напоминать рок-офф из Балтимора. Мы начинаем прыгать, выпрыгивать и собирать ноги, выпрыгивать и собирать ноги. Таким образом мы можем это делать на месте или в передвижении, вперед или назад. И наоборот, наоборот, назад или вперед. Вот, таким образом мы можем превратить шемрок в walk dance, да, то есть в передвижение. А таких танцев, в общем-то, не так уж много передвижения, поэтому нужно смотреть на эту тему. Каждый танец может попробовать проварьировать таким образом, чтобы это был walk dance, чтобы мы не стояли на месте, чтобы мы могли занимать площадку. Вы знаете, чем больше вы двигаетесь по танцполу, тем лучше для вас. Кроме того, что мы можем сделать еще с этим танцем? Мы можем попробовать сделать его ниже, точнее делать выпады вниз, выпады, изменяя технику, делая просто с ровной спиной, или же наклоняться в ту сторону, куда мы двигаемся, кардинально изменяя технику шамбров, или же наоборот, оставляя технику в корпусе, таким образом, как будто бы мы делаем шамбров только внизу, и техника в руках в этот момент может быть похожа на Pepper Seed, танец из Донского, который в хип-хоп тоже прижился. Мы немножко, как садовник, который сеет перец, мы немного двигаем таким вот образом легко руками, кистями, оставляя их немножко сзади, то есть на том месте, откуда мы уходим, а потом она оп, идет вперед, оп, проводится вперед. В общем-то, вариаций для шамрока большое количество, и я уверен, что каждый из вас в состоянии сделать еще больше, прислать их мне, показать и, в общем-то, отрапортовать о своих достижениях. Я всегда очень доволен ростом моих студентов, моих зрителей, и выкладываю эти видео на паблик Hip-Hop Life. Смотрю их сам с большим удовольствием, рекомендую другим людям. Вот таким образом идет движение внутри танцевальной культуры. Это немало. Peace, love, unity, respect and having fun. Мира всем и каждому.